Олег Константинович, добрый день. Смотрю, недавно смотрел ролик, продавали саженцы, ну, старые ролики. И очередной раз там это, ведра ломаете, жалко ведра. Вот хочу вам показать некий вариант, как можно оставить. То есть это я просто слекалка сделал, овальная получается. То есть вот, вот так вот по контуру. Получается овал, это вырезается, вот эта часть получается выпадает вовнутрь, повернуть ее на 90 градусов, вот смотрите, что получается. Ну, это соответственно отверстие там гвоздем, шуруповертом, ну, кто-то хочет там шуруповертом, может насверлить, кто-то гвоздиком, паяльником, и получается вот эта зона остается отверстие, и вот здесь то же самое, вот эта зона вот. Остается отверстие. И момент продажи или пересадки получается рукой. Ну, оно же у вас будет внутри там лежать в самом ведре. Рукой просто задавил. И все. А корень уже потом, как говорится, здесь освобождаешь. Ну, зачастую они будут в этой и в этой зоне сами себе найдут. В этом месте, в этих маленьких местах, отверстиях, незначительные уже будут корешки, которые не особо жалко. А вот здесь будут основные корни. Вот, как бы поделиться немножко.